Адама Яндиева задержали на 48 часов. Двое суток боец UFC проведет в изоляторе временного содержания. Сергей Харитонов назвал нападение Яндиева подлым поступком. Ну, прихожу в себя, на самом деле. Ну, что, мы воины, они всегда отличались тем, что терпели и боль, и так далее. То есть для меня это не новость какая-то, но неприятно, что это не в бою произошло, а вот так вот из-под тишка вышел поговорить, а может, был готов определенным там действием, да. Ну, подлец, он есть подлец. Если бы мы дрались по-настоящему, была бы драка какая-то. Подлец выждал момент, неожиданно ударил. Ну, как подлый такой, подлый человек поступил. Ранее Адама Яндиева доставили на допрос по делу о нападении на Харитонова. Боец UFC заявил, что кастет во время драки не использовал. Ну, сами подумайте, вот на эти руки посмотрите, тут все видно. То есть там вот просто, знаете, где, как говорят, кастет, нужно детально все рассмотреть. Драка между бойцами произошла из-за финансового спора. Харитонов напомнил знакомому о деньгах. Сергей Харитонов заявил, что Адам Яндиев должен ему около 2 миллионов рублей. Спортсмен подчеркнул, что его ударили кастетом. В отношении Адама Яндиева возбуждены 2 уголовных дела. Экс-боец UFC Яндиев пообещал подписчикам, что вскоре даст интервью о случившемся и назвал Харитонова лжецом. Драка произошла в спорткомплексе «Лужники». Пострадал не только Харитонов, но и его друг Руслан Абдо. Он подошел, позвал меня выйти с ним поговорить. И когда мы с ним вышли, он мне начал сразу наносить удары. А кастет у него, я не знаю, кастет не кастет, но что-то в руке у него было. Он с руки в руку перекладывал, когда мы с ним вышли. Точно сказать не могу, но какой-то предмет был. У меня перелом носа, сотрясение мозга, вон, вывих челюсти. Там, в принципе, в заключении написано все, но там хватает. У Сергея вообще там и орбитальная кость, если не ошибаюсь, поломана. 15 ноября Харитонову должны сделать операцию.